Ну что ж, дамы и господа, всем пламенный привет, у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся, продолжаем играть на серию Zombie Boss, ребята. Новая рубрика фарм паков без привилегий. Будем пробовать сегодня здесь. Я себе уже 8 паков чутка подкопил. Короче, я вижу, ребят, 2 джетпака халявных. Нужно каким-то чудесным образом к ним добраться. Блин, зачем я выбросил... Блин, короче, сложная ситуация у нас произошла. Я выбросил... Я выбросил, пацаны... свои пушечки, да, хотя они нам сейчас понадобятся. Я думал, сейчас через мишку привилегий постараемся взять. Но что-то у нас это не произошло. Так, паки собрали. Джетпак нужен, пацаны, вижу новую пушку. Так, опа, а у нас паутинки нету, ничего вообще, пацаны, не знаю, что и как нам сейчас делать. У нас какая-то пушка. Я не знаю, блин, все, нам ГГ сейчас, пацаны, еще перезарядка. Блин, сложно, пацаны. Реально говорю вам, сложно. Еще карта какая-то зомби-буст вот такая. Нам нужно попытаться как-то завалить вот всех зомбаков. Сейчас тоже, в принципе, паки пофармим. Неплохо, думаю, будет. Так, здесь пареньки уже тусуются, сидят, все, одного завалили, подарочек подобрали, нет? 29 паков, кто-то 44 нашел. У нас на данный момент 24 мопака. Попробуем сегодня, чем больше, тем лучше собрать. Я думаю, будет интересненько. Так, цены на привилегии давайте покажу вам перед вот роликом, чтобы вы знали, кто захочет купить какую-либо привилегию. Заходите на сайт bosscast.ru, выбираете привилегию навсегда и, в принципе, покупаете. Вот. Что еще здесь? Может, какие бонусы здесь есть? У нас бонус-меню недоступно. Кабинет здесь. Сменить нож, играть в лотерею. А, лотерейку нельзя нам сыграть. Кстати, можем сыграть в следующем раунде в лотерею, пофармить 50 баков. Я помню, выпадало нам нехило такое количество, там до 300 вроде бы выпадает. Это довольно-таки неплохо будет, поэтому посмотрим, пацаны. Так, нам нужно выжика вот этого завалить, моделька выжившего вот так. Все, его завалили, остается 2 паренька, где они находятся, вообще без понятия. Вот, вижу одного. Граната джамп. Блин, 5 самопаков. Я не вижу смысла тратить. Я не знаю даже, можно было бы убить. У нас счет 2 на 1 пока что. Здесь X2, система прокачки. Убиваете одного там зомби или паренька заражается, получаете сразу же себе там 2 кила на баланс. Это, ну, на счет точнее. Это тоже очень прикольно, выгодно, так сказать. Где у нас зомби, пацаны? Я не знаю. Я не могу их найти. Сегодня серия такая вот за зомби. Бегаем, выживаем. Так, вот зомбак кого-то завалил. Вот, вижу, пацаны. Вижу цель. Вижу противника. И сейчас попытаемся завалить. Он на паутинке летает. Гаденыш, да? Нужно как-то его заразить, убить. Блин, пацаны. Опа. Давайте попытаемся. Опа, опа. Блин, я упал. Я мог сейчас его завалить. Пацаны, у него вообще лоу хп. У нас 2000 хп остается, поэтому нужно... Аккуратненько как-то, аккуратненько. Вот так. Блин, он сюда залетает. Давайте, давайте. Тот полетел, ревенант уже за ним. Я не знаю, как нам сейчас достать. Вот без привилегий на самом деле сложно выживать, пацаны. Я думаю, вы это понимаете. Поэтому я для вас решил такие вот хард-рубрики поснимать. А где второй человечек? Вот одного я вижу. А, все, его завалили. Последний остался. Где он находится? Так, пацаны, стопы. А где последний остался? Я хочу его найти, но, к сожалению, что-то не могу. Где он может быть? Там его нету, там-то он тоже. Блин, а возможно он в текстурках. Здесь где-то нычка есть, куда-то проваливаться можно, только я не помню, где. Ее, походу, вообще не разрушали. Предполагаю, что он, возможно, где-то здесь заныкался, пацаны. Нужно, короче, все места осматривать и искать его. 39 самопаков тем временем у нас. Опа, мне показалось на секунду, что он здесь где-то ныкается. Но, к сожалению, нет. Все, пацаны, красавчики. Заразили всех, убили. Все, мы можем начинать. Берем себе калашик, давайте. И, в принципе, дигл. Здесь череп можем... Нет, у нас один вархаммер вот этот доступен. Остальные все для игроков с привилегиями. Поэтому придется нам так выживать. Ну ничего, ждем начала раунда. А, кстати, подарочек же можем собрать. Паутинки здесь бесплатно нету. Вот на вчерашнем, позавчерашнем срочке, которую я снимал, была паутинка. Здесь пока что нету. Все, пацаны, закупил себе броню на 30 самопаков. И все, будем сейчас выживать. Минимальное количество брони, соточка у нас есть. Я думаю, нам этого прекрасно хватит. Поэтому давайте. Блин, пацаны, что за фигня? Почему я такой бот? Я не могу запрыгнуть без привилегий.
уже все привык к привилегиям, что там, во, паутинку нажал, телепортнулся, так сказать, быстренько, 4 ему пака всего лишь, и все. Так, ну ничего, давайте хотя бы так вот будем фармить паки, понемножечку раскручиваться, пацаны, инфекционки летят, все, красава, зомбаки есть, даже джетпак вижу, пацаны, это вообще шикардо, сейчас попытаемся его подобрать, если он не пропадет. Давайте быстренько. Джетпак, кто забрал джетпак, пацаны? Во, я вижу его, мы успеем, нет? Давай, родной, все, красавчик. И что ж ты будешь, куда ж ты будешь прыгать, родной? Так, 85 хп у нас. Давайте. Ясно, пацаны. И уже джетпак в нашем ГГ, я так понимаю, потому что, да, уже его собрали. Поэтому, пацаны, нужно фармить на ком сможем пока что. Где позволяет возможность на тех и фармить. Потому что плохо получается. Плохая ситуация у нас. Я предлагаю вам вот так хотя бы побегать, почиркать. Хотя бы минимально все убили. Подарочек собрали, нет? Подарок нам вообще не дался. Вот два подарочка вижу, пацаны. И джетпак вижу. Давайте джетпак. Вот нам понадобится. Все красиво, пацаны. Плюс. Так. Паки. Все, паки добавились нам. Красиво. Все сочно, молодежно. Давайте. Ух ты, давайте вот так лучше сделаем, по-быстренькому пофармим немножечко паков, 20, все, 10 брони у нас осталось, пацаны, это очень мало, поэтому я не знаю, что здесь делать и как здесь быть, халявный подарочек, 49, там еще один нам пак надо, пацаны, за мной уже гонятся зомбаки, пацаны, быстренько, броню или бонус кабинет, так, играть в лотерею, 50 там паков, и что, у нас одного пака не хватает, понял. Так, где зомби? Нам нужно один амапак нафармить, пацаны, и мы сыграем в лотерейку с вами. Вот, поэтому я предлагаю вот здесь как-то пострелять в каких-нибудь зомбаков, быстренько вот так присядем, вот так пофармим. Последний амапак всего лишь нужно, или подарочек собрать, или что-то типа такого нам нужно. Поэтому, все, 50 амапаков есть, заходим, играть в лотерею один раз за раунд. В смысле, ну что за фигня, вот, пацаны, это надурили нас так надурили. Давайте тогда... Купим ВСК-шечку, так, вот, все, вижу ее. И вот этого зомбака сейчас, блин, без разброса бы купить, точнее, без задачи, было бы вообще идеально. Но пока что как-то так, только так мы можем себе позволить. Так, давайте вот это вот тогда повалим по чуть-чуть, помаленечку, потихонечку. Так, этого завалили уже, вот здесь зомбак есть. Подарочки предлагаю спуститься, забрать как-нибудь, возможно, у нас это получится, так. Ага, он собирает подарки, окей, я понял, значит мы прыгаем сюда, здесь подарочек собираем, сколько нам вообще дали паки, нет? Окей, значит будем вот так вот выживать, здесь подарок заспавниться должен, так, сколько, вот, ну выпадают помаленечку паки, тоже неплохо, пацаны, фармим вот так с вами, ну прикольно реально поиграть, я предлагаю вам вообще в скором времени запустить стрим, на стриме попробовать вот так вот пофармить, сколько за стрим сможем нафармить себе паков, я думаю, для вас это интересный новый контент будет, ну в плане, что реально интересно будет смотреть, потому что мне и самому в кайф вот так играть, поэтому, пацаны, я вам предложил, а вы там уже решаете, все пишите, так сказать, в комментариях. Давайте, пацаны, опа, так, 4 мапака собрали, неплохо. Так, а сколько джетпак у нас носит по хпшкам, я вот не знаю, нужно тоже прочекать, проверить, так, 3200, я не знаю, сколько он сносит, нужно еще попасть, вот это вот проблема, пацаны, вот это вот проблема нам попасть, в этих 6800, 6400, но эти уже пареньки мне помогают, в принципе, поэтому так все легко и происходит, давайте. Вот так, сейчас мы его завалим, да, завалили, пацаны. И подарочек мой. 34 мапака собрали, неплохо, пацаны, я вам скажу. Даже очень неплохо. Давайте сейчас здесь подарочек собираем. Еще плюс 21 мапака. В смысле, у нас уже 201 мапак, пацаны. Нифига себе, это все с подарков нам повыпадало или как, я вот понять не могу. Короче, имба, подарки реальная имба. Вы вот что-то получаете с них, вот 22 мапака нашел. Тоже, это, ну, неплохо, я вам скажу, вот так вот. Так, этого завалили, сейчас подарочек соберем еще. Давайте, пацаны. Опа, плюс 10 мапаков. Вообще неплохо, пацаны, я вам скажу, бегать вот так за подарками. Так. Ой, все, у нас брони нету, мы могли сейчас слиться, но мы выживаем. Все, плюс 47, плюс 25, 331 мапак, пацаны, как вам такое? Как вам такое? Просто бегаем на подсосе, собираем мамапаки халявные и наслаждаемся жизнью. Вообще, кайф, красота, лютая красота, пацаны. Вот,
Давайте вот этого еще попытаемся завалить. Я вообще без брони, бессмертный, так сказать. Мне вообще ничего не страшно, никакие зомби. И все, конец раунда у нас, пацаны. Сейчас в начале раунда крутанем рулетку эту на мапаке. Посмотрим, возможно, сможем добить. Возможно, нам выпадет что-то годное. 303 мапака плюс... Ну, я считаю, это красиво, пацаны. Разве это не красиво? Я считаю, это вообще шикарно прям. Поэтому все, пацаны, сейчас новый раунд крутим. Рулеточку, кабинет, играть в лотерею, все крутится, 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 до 300 паков может выпасть. И сколько же нам выпадет, пацаны, давай, не подведи, рулеточка моя любимая. 184 мапака, пацаны, у нас уже 467 мапаков. В следующем видеоролике предлагаю вам продолжить вот это вот выживание, поэтому, пацаны, заходите, играйте, конечно же, кто хочет покупать все привилегии, будем с вами играть, выживать, наслаждаться игрой и веселиться. Ну а с вами был Рамзей Сидилай, всем хорошего настроения, с вас лайк, подписка на канал, нажать на колокольчик, всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока.